В Магаданской городской думе отчитались об исполнении бюджета за первые 6 месяцев этого года. Промежуточные итоги подвели на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. За первое полугодие муниципалитет потратил 3 миллиарда 786 миллионов рублей. Это 52% годового бюджета. В основном это траты на образование и ЖКХ. Доходов же поступило 3 миллиарда 587 миллионов. Это 51% от общей суммы. На несколько миллионов сократился и дефицит бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы на 1 июля отсутствовала. Дефицит бюджета составил 198,4 миллиона рублей. Это за счет привлечения коммерческого кредита, который, помните, мы направили на погашение кредиторской задолженности по фондам. Но если приводить параметры, он составил 7% от утвержденного общего годового объема расходов бюджета. По итогам года он не должен превышать 10%, по полугодию он как бы не контролируется, но тем не менее мы вошли здесь в дозволенные рамки. Помимо этого, в июле кредиторская задолженность сократилась на 42 миллиона и сейчас составляет 847 миллионов рублей. Кроме того, в этом году на содержание автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий дорожному фонду выделили 12,5 миллионов рублей. Из них уже больше 6 миллионов дорожники освоили.